По приглашению школы актерского мастерства CineMotion Acting School под руководством Инги Борги Дабкунайте и Star Power Agency в рамках фестиваля «Черешневый лес». С 30 мая по 2 июня в Москве пройдут семинары самого популярного голливудского тренера по актерскому мастерству, которого зовут Иванна Чабок. Среди ее учеников Брэд Питт, Халли Берри, Шарлиз Терон и многие другие американские и мировые знаменитости. С одним из таких артистов Иванна приехала в этот раз в Москву. Встречайте в нашей студии Иванна Чабок и актер, который сыграл в сериале «Лост» и в сериале «Дневники вампира». Да, это он, Йен Сомерхолдер. Пожалуйста. Традиционно «Черешневый лес», традиционно у нас черешня. И какие у нас замечательные гости. Здравствуйте, дорогие учитель и ученик. Well, thank you. Спасибо. Спасибо. Позвольте же мне, просто для начала попросить вас обоих рассказать, как вы познакомились друг с другом. Как вы встретились? Yeah, we, да, мы, we met, мы встретились в туалете в Нью-Йорке. Другую историю. Расскажи другую историю. Sorry, the one we tell people. Да, пожалуйста, которую мы рассказываем, да. Bottom line is, I really could not get the jobs я на самом деле не мог устроиться на работу, на которую хотел, и постоянно хотел работать с этой легендарной женщиной. I called her and я позвонил ей и умолял ее, чтобы она со мной поработала. И она просто изменила мою жизнь. Она, во-первых, сказала да. И она изменила мою жизнь и всю мою карьеру. Но самое важное, что он очень готов был работать. Работать много и тяжело. А в Голливуде очень много красивых людей. Очень много. Просто целая... Бриллиантовая группа. Они могут хорошо выглядеть, но при этом совершенно не могут работать. А здесь действительно нужно учиться. А еще очень важно знать, что иногда можно получить работу за свой внешний вид. Но это твои 15 минут славы. Сколько раз вы говорили, да ладно, вы так хорошо выглядите, вы превосходите все. Но не все, но я рядом. Так и продолжайте. Но смысл в том, что те люди, которые, у которых случались такие истории, они не учатся, они не воспринимают это искусство всерьез. У них может быть длинная карьера. Джек Николсон, например, когда был молодым, он в течение 10 лет он работал механиком. И при этом постоянно бегал и брал уроки актерского мастерства. То есть он работал на своей основной работе и при этом занимался актерским искусством. Вот это и нужно делать любому человеку, который хочет стать актером, серьезным актером. А люди смотрят таблоиды и думают, что поскольку видят историю, что кто-то приехал в Голливуд и бум, стал звездой. Так не бывает. Так никогда не бывает. Не будет этого никогда. Тяжелый труд. Я маленький вопрос задам, но... А вот эта роль человека, который... Ну, как бы человека, который как бы высасывает кровь из своих знакомых в сериале «Дневники вампира». Можем ли мы сказать, что и Иванна приложила руку к этой роли и помогала вам найти хотя бы этот образ, Йен? Дэймон Сальватор, он... Ивана Чабок. Наполовину Ивана Чабок. Спасибо. Скажите, ну вот так, давайте просто вот мы представим процесс перевоплощения. Репетируете ли вы, например, взгляды? Знаменитый взгляд персонажа, которого играет Йен. От которого кровь сама начинает выходить из человека. Репетируете ли вы, я не знаю... Иван, вам тоже это мешает? Я не понимаю, он куда-то смотрит? Йен куда-то смотрит. Смотрит. Йен, я прошу вас, не смотрите в зал. Просто не смотрите в зал. Yeah, I will. Нет, я все-таки посмотрю. Я все-таки посмотрю. Нет, я не понимаю. Вот смотрите, вот вы поворачиваете, а вот я смотрю в зал и... И видите, и смех. Только ржут. И все ржут, понимаешь? Мы можем взять кого-то, ну, как человека из зала,
И вот прямо сейчас, вот человек неподготовленного, вместе с Йеном, с вами, под вашим чутким руководством. Называется упражнение по сексуальным фантазиям. Все время делаем эти упражнения. Это работает, на самом деле. Тогда я кого-нибудь приведу. А давайте, вот у нас есть... Будьте любезны, давайте, давайте. Будьте любезны, прошу вас. Прошу вас, присаживайтесь. Прошу вас. Меня зовут Иэн, как где-то дела? У нас тут был микрофон, а можно я вас попрошу взять микрофон? Наша жертва. Можно я только... Скажите, нам нужно знать имя человека, прежде чем возникнет сексуальная химия, или нет? Всегда лучше знать чье-то имя перед тем, как заниматься сексом. Ирочка, очень приятно. Ира, добро пожаловать в Голливуд. Ирина, вам нужно подумать, смотреть на человека, смотреть ему прямо в глаза и думать. Смотрите на него и думайте. О чем-то очень сексуальном. Причем, представляете, все графически. О чем-то очень грязном, очень низменном. И фантазируйте о том, о чем никогда раньше не фантазировали. Ира, соберитесь! Ира, давайте! Ира, соберитесь! Я согласна, это сложно очень сделать. Но если вы сексуально, если вам кто-то нравится, на них очень сложно смотреть. Вы начинаете ухмыляться или как-то хихикать. Но нужно стараться, и получится. Посмотрите на ее лицо. Но в любом случае, у нее сегодня отличный ветер. Так, все уже, да, это уже все закончилось, вот эта химия. Мы можем Иру отпустить? I think we should let Irina go. Ирочка, пусть Ирина посидит сейчас в одиночестве. Ирочка, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну что же, друзья, мы можем использовать эти ситуации, эти тренинги как руководство к действию. Запоминайте, пользуйтесь. Ирина теперь тоже будет давать тренинги, поедет... с гастролями по стране. Я смотрела в глаза Йену. Так будет называться ее концертная программа. Йен желал меня. Моя химия с Йеном. Масса вариантов, примеров. Дорогие гости, спасибо вам огромное, что вы к нам пришли. Я желаю вам нести знамя, высокое знамя актерской профессии и мастерства по планете. Я убежден, что, количество Оскаров, Тони, Эмми и других наград будет увеличиваться. Мы желаем, Йен, мы желаем вам побольше Оскаров. Была бы моя воля, я бы вам дал Оскар. Так, теперь у меня маленькая просьба, я прошу прощения, у меня одна девушка попросила подписать вас фотографию. Вы не могли бы просто что-нибудь... Напишите для Ивана. Да, я могу это сделать. Для Ивана напишите. Иван, это для вас, друзья. Иван Чабок и Иэн Сомерхолдер сегодня у нас в программе.